Сегодня будем менять звезду на бензопиле Husqvarna 240. Вот. Звезда уже имеет очень сильный износ, как мы видим, и требует замены. Сразу хочу сказать, что на Husqvarna 240 использовались два варианта шага. Это 0,325 и шаг 3/8. Поэтому при замене лучше всего используйте образец. То есть снимаем старую и покупаем по ней новую. Итак, крышку я снял. Тут три винта открутил. Теперь мы откручиваем свечу. Вытягиваем шнур стартера и заматываем его за ручку. Поршень подводим повыше. И берем нашу нитку, запихиваем через свечное отверстие в цилиндр. Многие работают через глушитель, я так не работаю. По практике уже более 6 лет, наверное, я занимаюсь инструментом. Через свечное отверстие работать гораздо безопаснее. У меня есть вот такой специальный ключ, которым я откручу сейчас муфту сцепления. Ну, вы можете использовать и ключ от болгарки. Накидываю. И откручиваю. Здесь левая резьба. Об этом надо помнить всегда. Ни в коем случае не стучим ни молотками, ничем. Найти ключ от болгарки, я думаю, в любом доме можно. Вот. Снимаем шайбу, снимаем старую звезду. Видите, какой уже износ серьезный. Соответственно, при таком износе цепь будет то натягиваться, то ослабляться. То натягивается, то ослабляться при работе. Вот. Берем новую. Немножечко смазываем литолом подшипник. Закидываем. Одеваем шайбу. И закручиваем сцепление. Соответственно, его подтягиваем. Берем вот так, разматываем шнурок. И поворачиваем, не забывая про левую резьбу. Вот у нас уперся поршень. Можно теперь отпустить и произвести натяжение. Все, звезда поменена. У 0,325 шага, хочу вам напомнить, 7 лучей у звездочки. У 3/8 6 лучей. Вот. Об этом надо помнить. Собираем, ставим свечу, собираем крышку. И все, звезда поменена. Всем удачи, пока.